Традиционно в рамках Петербургского международного экономического форума обязательно подводятся итоги инвестиционной привлекательности. Это национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Сегодня Светлана Чупшева, руководитель агентства стратегических инициатив, в очередной раз этот рейтинг озвучила. В целом она отметила, что общее значение рейтинга выросло, то есть мы можем сказать, что в среднем по Российской Федерации условия ведения бизнеса, несмотря на ковидные ограничения, несмотря на уже влияние, чувствовавшееся к тому времени влияние санкций, в целом все-таки улучшились. Сегодня мы можем сказать, что Камчатский край занял 13-ю строку в общероссийском рейтинге. И если говорить о Дальнем Востоке, то мы разделили второе место на Дальнем Востоке с Республикой Саха-Якутия и Республикой Бурятия.